Сейчас 24 недели и, по-моему, 4 дня. Идет 25-е. Мы уже ходили на второе УЗИ. Малышок у нас лежит поперек. Голова. Вот здесь ножки. Вот. Шевеления активные, но только когда... До момента, пока Андрей положит свою руку на живот. Только руку кладет, сразу малыш затихает. Моментально сразу успокаивается. Ну, у меня этот костюм делает точно больше. Я однозначно поменьше, потому что штанцы объемные. Надо было, по идее, снимать в спортивном там костюмчике. Короче, фоткаюсь для Инстаграма с кубиками сколько недель и там в таком костюме, шорты, маечка. Вот. Потом буду сравнивать, сделаю целый коллаж. Я повернусь боком. Ну, это я уже поела. Когда еще не поем, здесь у меня проваливается, и видно вот сам животик, сколько места занимает. По факту не такой огромный. Я не знаю, как по видео, но вживую, когда смотрю, он не кажется таким большим. Вот, и по факту вот сейчас 6-й месяц идет. Всем привет! Сегодня 22 февраля. Катя мне подарки сделала. Цветы подарила. И конфетки шоколадные. Это клубничка в шоколаде. Да, клубника в шоколаде. Видно? Вот такая вот она. Да. Сейчас кушу я. Вкусно. Я первый раз такое пробовал. Тут цветы такие большие. Ну просто завтра съемка, у меня запись, потом на выставку. Будет мне для подарочков. Так что не вкусно. Сейчас смотрим, как двигается малыш. Не знаю, видно, нет вам? Здесь вот, и вот здесь немножко. Вот видите? Сейчас надо подождать. Вот сюда, он нифига, он еще в мочевой мне как отдал прям. Угу. Вот опять сюда. Угу. Понял. Опять вот сюда, слабенько. В районе пупочка прям. Если судить, как на УЗИ было, что он пока не поворачивался, ну, по ощущениям, именно так. Ножки. Вот здесь в районе пупочка у него ручки, вот здесь голова. Все, притих. Нет, подожди. Ну, видно, да, как. Ногой. Тоже полчаса там ходуном живот ходит. Здесь реально попал прям. Это сейчас заканчивается 6-й месяц. Здесь в районе повыше пупочка сейчас. Там слабые такие движения.
Ну, он точно не притих. Он еще будет буйствовать. Ну, знаешь, что он, их снимаю его на камеру. На мочевой давит. Ой, зараза. Господи. Вот это напряжение. Ну, живот уже прям такой хороший. Покажем стул наш дряхлый. Нам уже в понедельник новый привезут. Через два дня. Получается, сколько там? Около 8 вечера. Ну, до 9 точно еще будет подпинываться. Все, тишина. Ну, пока что вроде след отца притих. Но бился до камеры, пока не включили, бился прям. Ты сам видел. Угу. Аж вот здесь прям ходуном ходил живот. Сегодня какое там, 26-е? Про черное воскресенье. Да. В общем, конец февраля, прощенное воскресенье, конец масленичной недели. Называется «Шоколадная открытка». Андрею подарили на 23 февраля. Дизайнер Надежда подарила вот такую шоколадку бельгийскую. Это пищевая краска. Да, видите, это можно есть. Толщина, все дела. А мы нашим сотрудникам, мужчинам, дарили вот такие вот наборы шоколадных инструментов и бутылочку армянского коньяка в тубусе. Угу. Кстати, не показывал армянцев, а нет? Нет. Вот такой вот шоколад, он объемный, толстенький. Единственное, только по весу понятно, что это не настоящий, но они прям такие. И не пустотелые внутри, они прям вот такие. Все из шоколада. Да. Очень классные. А у нас, например, водитель Виталий сразу позвонил в этот же день, когда ему подарочек вручили. А поблагодарил, он был очень удивлен. Он был очень удивлен, поражен, в общем, красиво, необычно произвело впечатление. Натолкнуло на мысль, когда-то я папе такое дарила в Пятигорске, у нас была кондитерская Эрмитаж, и там тоже изготавливали такие шоколадные инструменты. И я не помню, то ли это на день рождения мы ему как-то подарили, тоже собрали коробочку таких инструментов. Но это было лет 15 назад, может больше, я прям помню, что это было очень давно, и вот в этот Новый год мне папа сказал, что ему запомнился этот подарок очень. И... я тут увидела, что в Москве тоже делают. Андрею предложила, что дарить нашим мужчинам на работе коллективу. Ну, произвело впечатление. Показать-то нет? Угу. Не, ну мы дарили полный. Это уже Андрей попробовал. Называется прадед. Хороший коньяк армянский, 8-летний. Сказал, мягенький, да? Мне понравился. Хороший такой. Мужчины тоже должны были оценить, да? Ну да. Не, ну реально прикольный коньяк такой. Легкий, хороший. Спирт там вообще не отдает. Ну, чокса. Можно по-моему? Да. Ну, так она мягенькая, она же не в холодильнике лежала. Ну, в смысле, не прям мягкая-мягкая, но ломается несложно. Пахнет прям... белый шоколад. Ну, вкусный, сладенький. На вкус на сгущенное молоко похоже. Сейчас будем пробовать. Угу. Так, мы сейчас опять наблюдаем за движением ребенка. Здесь попочек. У него движение где-то вот здесь выше попочка. И вот здесь.
По идее, здесь голова ручками, скорее всего. Здесь может быть, не знаю, рукой, ногой что-то, чем он там может шевелить. Но это он сейчас, не я. Угу. Один разочек. Ну давай, ты же только что буйствовал. Вот тут прям. Чуть-чуть нам на камеру, пожалуйста. Угу. Видно. Видно, да, было? Сейчас еще разочек. Ну ладно, что, отвечает хотя бы на постукивание. Ну конечно, давай вот меня толстенькую, с большими щечками, без макияжа. Ой, господи, зато дети во смотрят. Какой мало может быть без макияжа, да? Аполлон будет смотреть. И все зрители Ютуба. Когда он вырастет. Вместе со своими детьми, с нашими внуками. Будет смотреть на себя мелкого в животе. Пойдем, пойдем. Опять? Да. На еду откликнуться. Видно. Интересно, что он там делает, что так ходуном прям живот ходит? И ты делал? Он. Я только голову подняла, время посмотреть. 3:25. Сегодня какое число? 5 марта. 2023 год. Шестой месяц закончился, начался седьмой.